В Сургуте накануне вечером на светофоре сбили 54-летнюю женщину. Авария произошла на перекрестке улиц Чехова и Профсоюзов у торгового центра «Агора». 27-летний водитель Land Rover допустил наезд на пешехода. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте ДТП прямо в карете скорой медицинской помощи. По кадрам с камер видеонаблюдения видно, что дорогу за несколько мгновений до аварии переходили две женщины. Одной чудом удалось спастись. Сотрудники полиции установили, что водитель не дал пешеходам завершить маневр на зеленый сигнал светофора. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Сообщается, что виновник аварии 42 раза привлекался к административной ответственности по разным статьям с 2021-го. Добавлю, что с начала этого года в Сургуте произошло 130 ДТП, в авариях пострадали 173 человека, шестеро погибли.